Привет, меня зовут Барбара Морриган, и скоро выходит мой новый роман «Неспящие». Аструм был процветающей империей, где поклонялись звезднорожденным богам, а по рельсам ходили золотые поезда, но в один момент случилась беда, его охватила эпидемия загадочной болезни под названием Игерум. Люди с черными глазами в один момент просто засыпают и не просыпаются. Лечения нет, они вынуждены принимать микстуру, которая не позволяет им уснуть, и поэтому их и называют неспящими. Именно эту болезнь изучал отец нашего главного героя по имени Тори. Но в один момент он загадочно умирает, и Тори вынужден узнать почему, хотя он не очень-то хочет, потому что он любит лежать на диване и пить пиво. Тем не менее, судьба сводит его с учеником его отца по имени Абио, который тоже кого-то потерял из-за Игерума, но не говорит об этом, и девушкой по имени Соль, которая является той самой неспящей, но утверждает, что победила свою болезнь и поэтому скрывается от закона. История очень яркая, очень насыщенная, частично она основана на теории об осознанных сновидениях, и у каждого из героев очень объемная личная история, личная драма. Здесь будет место и, собственно, с тяжелым размышлением о человечности, о жестокости, о лжи. И будет место шуткам, чувствам, эмоциям, любви, конечно же. Я очень надеюсь, что эта история затронет что-то в вашей душе. Так что читайте!